Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профит покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Холобола. Акустическая система уже достаточно давно является не просто закрытыми ящиками с динамиками внутри, а настоящего произведения инженерной массы ли. И если хотите, отдельные музыкальные инструменты. Это устройство позволяет трансформатировать электрический сигнал в звуковые волны, которые слышит пользователь. Существует огромное количество видов АС, а также их сочетание для того, чтобы не запутаться все устройствами. Классифицируется по нескольким видам. Переходим к колонке Genius SPE-120. Такая круглая, снимается с кожухой. Это крышка. Genius SPE-120 модель. Отличный и четкий звук, красивый дизайн, цвета простые, синие, светодиодные, красиво светится при дневном свете, комфортные и удобные. Провода, я считаю, что лучше бы было сделать так, как наушника. Вот от двух и X-колонок идет два провода, и они соединяются в один провод. Синий светодиодный с ленита. Глаза, если темно. Если прибывать громкости на половину и громче, то беру, что будут шипеть. В целом хочу сказать, что колонки очень хорошие, особенно для ноутбуков. С ними смотрится красивее, ну и для компьютеров подойдет, и к ноутбуку также радует цену, потому что она действительно удивляет. Советую вам это брать. Компьютерная акустика Genius SPE-120. Так.
Так, здесь вот такая вот синяя лампочка, как у SPC-605 модель, у колонки, только они деревянные, да только они из Genius SPE-120, а это пластиковые колонки. Здесь есть наушники. Коротко о товаре. Компьютерная акустика стерео, суммарная мощность 4 вольт, однополосные колонки, материал корпуса колонок пластик, диапазон частот 80-20 тысяч ГЦ, разъем для наушников. Цены нет, здесь тут цены нет ничего. Так, переходим к характеристике. Подробные характеристики у нас. Основные характеристики типа 2.0. Суммарная мощность 4 вольт. Свет серебристый. Материал корпуса фронтальных колонок сателлитов пластиков. Диапазон воспроизводительных частот 80-20 тысяч ГЦ. Отношение сигнал шум 70 дБ. Функциональные возможности магнитное экранирование фронтальных колонок сателлитов есть. Питание от сети есть. Линейный выход, вход стерео. Есть разъем мини-жатск, есть разъем для наушников, есть интерфейсы. Акустика. Количество полос фронтальных колонок 1. Мощность фронтальных колонок 4 вольта. Размер динамика фронтальных колонок 1,76 мм. Дополнительная информация. Размер фронтальных колонок ШВГШ 97 мм. В 177 мм. Г 124 мм. Для своей ценовой группы очень качественные колонки. Звук довольно-таки насыщенный, чистый. Держится децибелы. Для описа почти все идеальные варианты. Не замечено, но нескольких недостатки. Хорошо решение для настольных колонок. Прекрасно. Сюда подойдут игроман мощной стереосистемы, маме, которых иногда не мешает отдохнуть офисные сотрудникам, которые хочется басов, не отходят от рабочего места, простое и хорошее дополнение к ноутбуку, вполне по подходящей модели. Для дома и офиса и ширины звуковой полосы хватает даже для прослушивания музыки. Тугая кнопка выключателя чинит. Приходится всегда придерживать второй ряд рядовой. Если вам понравился этот видос, то ставим лайки, подписываемся на канал. Не забывайте жахать на колокольчик. Всем конской удачи и санаро!